Здравствуйте, я хочу рассказать очень интересную и очень щепетильную тему, которая касается в диетологии – алкоголь. Что мы делаем с алкоголем, как мы его пьем, какое время и что мы от этого получаем. Я всем рассказываю своим любимым клиентам, что мы делаем. Мы, конечно, не изолируем себя от общества, но знаем, что в день, когда мы пьем алкоголь, вес или стоит, или набирается. В лучшем случае он стоит. А примерно выпил 100 грамм на утро плюс килограмм. Это правило железное, но уже проверено опытом. Какие алкогольные напитки я рекомендую пить, если случился праздник? Это сухие вина, никакие сладкие, никакого шампанского. От шампанского вес просто стремительно набирается вверх. Вы можете хорошее, дорогое вино, красное или белое, на выбор. И крепкие алкогольные напитки тоже мы пьем. Но чтобы они не были сладкими. Коньяк, виски, водка. Наша любимая водка. Так, что мы делаем, когда мы пьем алкоголь? У нас возле нашего бокала с вином или крепким напитком обязательно стоит вода. И вы тихонечко попиваете воду в тот момент, когда все остальные наслаждаются алкоголем. Вкусовые качества, когда вы чувствуете палитру вина, можете раскрыть его вкус, цветочный аромат, насладиться вкусом вина, но не доводите себя до такого ощущения, когда язык становится тяжелым, глаза смыкаются на переносице, и наша походка становится неровной. Вы наслаждаетесь этим моментом. Немного, маленькими глоточками, смакуя весь этот процесс, наслаждайтесь больше общениями с любимыми людьми, которые вас окружают, которые с вами поддерживают компанию. Общайтесь больше, концентрируйтесь на вкусной, здоровой еде, на людях. Получайте от жизни удовольствие не только от алкоголя, но и от окружающих вас людей. Я поделилась с вами секретами, которые вы можете использовать в жизни. Всех люблю, пока!